Поклонники уличного баскетбола отпраздновали День физкультурника по-спортивному. На площадке у Центра олимпийской подготовки «Авангард» омские стритболисты разыграли всероссийский оранжевый мяч. В этом году у нас порядка 70 команд в трех возрастных категориях. Категории одинаковые для юношей и для девушек. Эти соревнования они проходят сегодня одновременно в 97 городах нашей страны. Плюс сегодня День физкультурника, поэтому все ребята с хорошим настроением. Все заряжены на борьбу, на игру. Турнир проводился не по олимпийской системе на выбывание, а по группам. Благодаря такой соревновательной сетке все участники успели вдоволь наиграться. Плюс у каждого был шанс проявить себя и даже исправить по ходу игр замеченные тактические ошибки. Начиналось все никак бы не очень удачно. Сразу в группе проиграли. То есть команде, которая даже не заняла место. А потом, вначале играли на удачу. Потом играли более технично, более на 100% мячи. То есть вот в финале очень повезло, что забили победный. Одной из особенностей оранжевого мяча является то, что на одной площадке встречаются как те, кто занимался баскетболом в специализированных школах, так и рядовые поклонники игры, приобретающие свои навыки во дворе. Разумеется, в большинстве случаев статус победителя доставался воспитанникам спортшкол. Однако и любители не остались с пустыми руками. Они получили бесценный опыт и смогли пополнить свой технический арсенал новыми приемами. Эти турниры помогают больше сплотиться с командой. Мы становимся дружнее. Больше себя проявляем. У нас вроде получились какие-то проходы, комбинации двойки, проходы и броски. Групповые состязания прошли легко. Плей-офф дался, финал тяжело. Так-то соперник был серьезный. Этот турнир нам дает, прежде всего, знакомства новые, дружбу давних знакомых повидать и удовольствие в баскетбол поиграть. Что еще нужно? Несомненно, оранжевый мяч больше, чем просто состязание. По словам участников, это отличное место не только для того, чтобы совершенствовать свои баскетбольные навыки, но и для поисков новых единомышленников и друзей.